Локосово начала работать новая врачебная амбулатория. Ее уникальность – наличие дневного стационара. Теперь жители могут получать первую медицинскую помощь, а также сдавать большой спектр анализов и проходить диагностику врача, не выезжая из сельского поселения. Раньше большинство услуг они получали в Лангепасской больнице. Как обживаются специалисты и пациенты в современной амбулатории в нашем следующем материале. Специалисты уже приступили к работе в новом здании. Здесь расположились гардероб, смотровой, прививочный, врачебные кабинеты, перевязочная и лаборатория. Отдельная гордость – стационар, где есть кабинет врача и две полноценных палаты. Уровень, как в городских больницах. Такого подарка в удаленном поселении, где проживают чуть больше 1000 человек, очень ждали. Для Локосова это значимое событие. Это то строение, которое мы давно ждали. Вот у нас давно ничего не строилось, и на самом деле построено все современно, с хорошей площадкой, которая соответствует всем нормам. С открытием современной врачебной амбулатории жители Локосова решают еще одну проблему. Больше не нужно ездить по каждому случаю в ближайшую больницу в Лангепас. А это за 50 километров от поселения. Теперь у них есть целый комплекс по оказанию первичной медицинской помощи с расширенным спектром диагностики и лабораторных исследований. Лаборатория у нас и была, просто сейчас она обновлена новым оборудованием. Вот. Пришли анализаторы новые, с помощью которых будут расширены анализы, анализы крови. Вот. Дальше пришел новый стом-аппарат, довольно-таки удобный. Коллектив амбулатории составляет 25 человек. Это врачи, медсестры, санитары, а также водители и дворник. Принимает сейчас врач общей практики, терапевт. Да, врач-стоматолог – это я, плюс заведующий амбулаторией. И фельдшер скорой помощи, он у нас совмещает прием детский, принимает детишек и оказывает экстренную, неотложную помощь населению. В основном все врачи местные, прекрасно знают всех своих пациентов. Терапевт приехал из Нижневартовска. Его сразу обеспечили служебным жильем. Так что с кадрами тут большой проблемы нет. При этом Локосовская амбулатория – единственный филиал Лангепасской больницы. Поэтому сюда часто приезжают узкие специалисты из города. Мы организуем беспрепятственное попадание жителей села Локосово в Лангепасскую больницу для того, чтобы максимально быстро получить диагноз и начать лечение. Кроме того, мы организуем выездные формы работы. У нас примерно раз в квартал выезжает бригада врачей расширенная, включая педиатра, узких специалистов, которые здесь на месте организуют и оказывают медицинскую помощь жителям поселения. Амбулатория в Локосово была возведена по окружной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Средства были выделены из регионального и федерального бюджетов. В Сургутском районе за последние годы построили несколько таких типовых объектов первичной медицинской помощи. Если говорить по поселениям, то это очень грандиозный ремонт Барсовской поликлиники, открытие новых амбулаторий в Трамагане, в деревне Рускинская. Конечно, мы очень рады тому, что сегодня обустраивается очень хорошо Сытоминская амбулатория. И сегодня Локосово является для нас очередным таким важным событием. Работа по модернизации объектов здравоохранения в Сургутском районе продолжится. В ближайшие годы планируют начать строительство Белоярской поликлиники и провести масштабную модернизацию поликлиники в Федоровском.